Реформа долевого строительства, курс на цифровизацию и наращивание объемов жилищного строительства с 80 миллионов квадратных метров в 2018 году до 120 к 2024 году. Как эти и другие изменения текущего года повлияли на отрасль и какие прогнозы у власти и бизнеса на 2019 год, обсудили на третьей ежегодной конференции «Итоги года СРБК. Рынок недвижимости 2018». Перед отраслью стоят новые задачи. Через 6 лет выйти на строительство 120 миллионов квадратных метров жилой недвижимости ежегодно. Это один из майских указов президента. Реформа 214-го федерального закона изменила формат работы застройщиков. Средства на новые объекты девелоперы будут получать через банки по программе проектного финансирования. Подводя итоги 2018 года, все-таки, как бы мы ни говорили, наверное, основной это указ президента, это национальный проект. И главный итог – это его упаковка, осознание тех задач, которые перед нами стоят на ближайшие 6 лет. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что в том режиме, в который сегодня 214-й федеральный закон поставил совершенно иные рамки работы на этом рынке, мы ставим задачу зачистить отрасль от недобросовестных игроков, сделать новые правила игры, сделать более понятными привлечение денежных средств граждан по понятным правилам, дабы избежать затем обманутых дольщиков. Что касается бизнеса, то девелоперские компании уже начали наращивать объемы ввода квадратных метров. Я думаю, основным событием в недвижимости в этом году случилась наконец-то трансформация законодательства в том виде, в котором она случилась. И, конечно, это повлияло и на девелоперский рынок, и на покупательские поведения. И девелоперы, и покупатели были гиперактивны. Новые проекты открывались один за другим, спрос бил один рекорд за другим. И мы оставались в этом рекордном тренде. Мы, это я имею в виду Донстрой, мы ввели 7 объектов в эксплуатацию. Это 500 000 квадратных метров жилья. Это более 3000 квартир. У Новой Москвы другая повестка – решение транспортно-логистической проблемы и нехватки рабочих мест. Главный итог – это увеличение строительства объектов транспортной инфраструктуры. И в этом году мы построили около 70 километров дорог магистральных на новой территории. Нам необходимо интегрироваться с Москвой в старых границах, с прилегающими территориями Московской области. По жилью мы ожидаем около 1,5 миллионов квадратных метров. Мы жилье сейчас не наращиваем. Для нас самое важное ежегодно увеличивать строительство коммерческой недвижимости, чтобы у нас появлялись новые рабочие места.